До інших тем. Тяговитость, мужність і устойливість. У Гомелі супрацовники Міністерства внутрішніх справ пройшли кваліфікаційне випробування на право ношення чорного берета. Наші кореспонденти сошили за іспитами. Спеціальне випробування серед супрацовників органів внутрішніх справ на право ношення чорного берета проводиться кожне півгода. Теперішнє спаборництво присвячене дню формування отряду міліції особого призначення Міністерства внутрішніх справ. На восінську кваліфікацію подали заявки 9 претендентів. Представники отряду міліції особого призначення, патрульно-постової служби і військової часті 1242. Двоє з них не пройшли перший етап випробування – фізичну і медицинську підрихтовку. На основний етап – марш-кидок по пересеченій місцевості, стрельбу контактные бои прибыли 7 бойцов. Очень сильно страшно, переживаем, волнуемся, готовились. Да, долго готовились к этому, это, блин, ну, волнуемся, сильно волнуемся. Волнение присутствует, а так все нормально. Это очень важно, очень это важно. Серьезная задача, доказать что-то себе, что ты можешь, что ты способен на это. Я бы больше сказал, это какой-то пунктик в жизни. Бойцов чекав крос довжиною 8 кілометрів. Бігчи по правилах необхідно з автоматом і газодимовою обороною. На шляху – так звані пастки. Гэта участки з огнявими перешкодами. Оттягували увагу бойцов і ускладняли ситуацію вибухи і стрели з різних боків. Двоє бойцов пройти гэта етап не змогли. Звичайно, причини для признання пораження лічаться велике відставання на маршруті. Тут вже є сотрудники, які по 2-3 рази здають. Були, які ще й більше здають. Але, як правило, із... Если так из 100% говорить, то процентов 30 только доходят до испытания. Здесь надо все уметь, знать. И главное – целеустремленность их. И тогда все будет нормально. Наступный испыт – стрельба с пистолета Макарова и автомата Калашникова. На стрелковом рубеже разлик на то, что человек вымотался, и бойцу потребуется додатковая концентрация. Але каждый из хлопцев справляется с поставленной задачей. И вот они уже соперники у спарингу по рукопашным бои. Только одним поединком квалификация на черный берет не скончается. Каждый из бойцов вытримливает еще по 2 спарринги с теми, кто удельничал у этих испытах ранее. Давай, Женя, поработай по корпусу! Поработай по корпусу, Женька! Стоп! Один з переможців, Дмитрий Ярмаков, ще не повідомляє, що відстояв свій заповітний чорний берет. Це його друга спроба пройти іспит. Каже, що найскладніше для нього було переодолити перші 2 кілометри марш-кидка. Для мене було важливо здати, ну, тому що я вже раз пробував, вже раз не здав. Работаю в отряде, а это наш головной убор. И мне очень хотелось на него сдать, но сейчас в итоге получилось, его сдал. Было сложно, потому что уже марш за спиной, уже физподготовку, которую мы сдали, уже очень усталость сказывалась на этом. Ну вот последние уже секунд 30 было, вообще уже сил не было, но достоял уже на последних силах. Еще один переможца Дмитрий Макаров каже, что прошел испыт дякуючи поддержке коллег и сябров. Подчас одного из боев появлялись мысли сдаться, але у опошний момент он не только собрался с силами, але и выстоял 2 бои. Я доказал себе, что я могу, потому что это не очень, это очень, точнее, непросто. В прошлый раз был марш, сошел на где-то на половине марша, порвался противогаз, задохнулся в этих газах, ну, в дымах. Ну, подготовился лучше. Вот его сдал. Теперь переможцы выпробования у Максим Кужельный, Миколай Бондаров, Михаил Гарбузов, Дмитрий Ермаков и Дмитрий Макаров могут по праве лечиться элитой милиции и навод допомагать тренироваться тем, кто может и больше часу служить, але покуль не мая черного берета. Вероника Гамзюкова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» з Речицкого района.